Саламатсыздарбы. Техникалык маселелер менен кайра чыгууга туура көрдүм. Кечирим сурайм, бирок кыскача эле заявление. Мына бүгүнкү күнү эки округда шайлоо болуп атат. Мен Свердлов району жөнүндө айткым келип атат. Анткени Свердлов району боюнча мен билесиздер, мен кандидатмын. Бирок эртең менен тең таң атпай эле подкуп башталды Свердлов районунда. Откуп болуп атат, массовый подвоз болуп атат. Наблюдательдер бар, доверенные лицалар участоктарда бар, бирок алардын заявлениясы эч бир роль ойнобой атат. ЦИК дагы реакция кылгандай өңдөнүп атат, бирок элге ошол подвоз менен заниматься эткендерге, подкуп менен заниматься эткендерге эч бир тынч болбойт да ошол аракеттердин баарычы. Болбой эле ошол подкуп болуп атат. Повсеместный, массовый. Аз эле убакыт калды бүтөөрүнө. Мен урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды чакырат элем. Дагы деле ситуацияны өзгөртсөк болот. Дагы деле. Ошол бизди, баарыбызды 2000 ким баалаган болсо, ким баалап сатып алып аткан болсо, ошолорго каршы добуш берип, ким ушул шайлоодо таза катышып аткан болсо, эч бир тыйын бербей, өзүнүн күчүнө таянып шайлоодо катышып аткан болсо, каалаган кандидаттарыңыздарга, каалаганыңыздарга добуштарыңызды бериңиздер. Бул агитация эмес, дагы бир жолу айтам, бул ушундай заявление, таза шайлоо үчүн заявление кылып коеюн дедим. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эми орусча дагы айтып коеюн. Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые жители Свердловского района, сегодня день выборов, идет массовый подкуп, массовый подвоз избирателей на участке. Это на самом деле имеет массовый характер, практически в половине участков наблюдается такой массовый подвоз или подкуп, причем подкуп имеет просто-напросто откровенный характер. Я призываю вас, всех, кого пытаются купить и вообще оценивают нас в 2000 сомов, голосовать против этих кандидатов и голосовать за тех, за любого кандидата, который в подкупе не участвует, который верит в свои силы и ведет кампанию честно. Ведет эту избирательную кампанию честно за любого кандидата. Поэтому еще раз повторяю, это не является агитацией. Это срочное такое заявление, поскольку ситуацию еще изменить можно. Явка небольшая, очень много жителей еще не пришли на избирательные участки, поэтому все еще можно поменять ход выборов и сказать, противостоять, сказать нет тем, которые оценивают нас в 2000 сомов и считают, что все в этой жизни можно купить. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго, и все еще будем надеяться на справедливые выборы и честные результаты. Всего доброго всем. Тяжтурмуздар.